Самая загадочная звезда галактики резко угасла. Светимость звезды Таби Китс 8462852. Начало падать, сообщила в блоге, посвященном самой загадочной звезде галактики, американский астроном Табета Байджан. Имеющиеся данные показывают, что в марте 2018 года светимость Китс 8462852 резко упала. Ранее аналогичное поведение звезды удалось наблюдать только в 2013. Звезда Китс 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Масса и радиус светила примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Светимость звезды периодически меняется. Существует несколько объяснений этого явления, в частности наличие вокруг светила кометного облака, осколков планеты или существование вблизи Китс 8462852 созданных внеземной цивилизацией мегаструктур. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.